Привет, Олечки! Всех Татьян поздравляю с Днем Ангела, а студентов с Днем Студента. И желаю, чтобы у вас все было замечательно, здоровья крепкого, и чтобы все в жизни складывалось так, как нужно. У нас тут снежок выпал, и вот какую люди красоту сотворили. Снег у нас выпал очень странно. В субботу вечером лил сильный дождь, а в воскресенье утром уже лежал мокрый снег и много. А сегодня вот опять идет. Решила нас зимушка порадовать. Нашла у себя пончо, которое лежит, мне мама подарила. Вот таким вот красивым рисунком. Тут немножко, правда. Вот. И взялась его распускать, потому что лежит, никто его не носит. Вот уже один вот такой, видите, какой большой клубок получился. И вот второй прямоугольник еще буду распускать. И буду что-то другое вязать. Вот столько опять у меня ниток. Но идеи уже есть по поводу шали. Вот какое у меня богатство. Это вот бахрома осталась. Мне очень жалко ее выкидывать. И я оставила специально, посмотрю, может быть, пригодится. И два вот таких больших клубка, тяжелых. Я туго мотала, чтобы выровнять ниточку, чтобы она выровнялась. Хотела рассказать то, что почему я не выпустила видео в пятницу. Наверное, нужно сказать об этом, ну, как бы, может быть, было, надо было в начале видео. В общем, знаете, наверное, будут такие дни, когда я просто не могу снять, ну, записать видео для вас. И сейчас я также продолжаю. Ну, это из-за того, что плохо себя чувствовала в пятницу. Вроде бы я ничего лишнего не делала и планировала не так много дел. Мне надо было отвезти свекровь на кладбище. Потом мы заехали на машине, ну, то есть я была за рулем. Заехали к ее брату, побыли там немножко, посидели, попили чай, потом приехала, напекла ватрушек, вечером приехали дети, мы пообщались, то есть как бы не так много дел каких-то, ничего такого сверхъестественного, ничего не делала. Вечером, когда легла спать, у меня, я уже чувствовала усталость, когда мы с ней приехали, и потом ватрушки уже на последнем издыхании пекла. Понимала, что видео я никак не смогу выложить, хотя там немножечко записала. Мы были на кладбище, я поснимала это. И в конце этого видео я выложу это видео. Ну, кому интересно, какие вот, ну, какое-то кладбище вот у нас в соседнем городке. И, в общем, как, у меня очень сильно был отек вечером. Вообще просто я думала, что я лопну. Вот такое вот было состояние. Ну, в общем, знаете, жаловаться, как обычно, я не очень люблю, но до сих пор чувствую себя плохо. Выходные тоже было не очень хорошо. Вот сын был дома. Вчера его ездили, отвозили. В общем, лучше пока не становится. Поэтому видео записывать я даже не знаю как. В субботу мы убрали елку. Без елки теперь так пусто. Сейчас я вам покажу. Вот видите, ничего не висит. А эти ни шариков нет. И вот. Пустота, огонечки больше не горят, и как-то прям, не знаю, прям мне, я так к ней привыкла, к этой елочке, и не хватает ее очень. В общем, должна вас предупредить, что, наверное, может быть такое случаться, то есть вы меня не теряете. Ну, даже как бы предупредить, даже я не знаю, как сказать, что, например, видео сегодня не выйдет. Надо поискать, там некоторые ставят как-то фотографии, видео короткие, надо бы научиться это делать. Вот. А чувствую себя как-то вот не очень. Не знаю даже, что еще сегодня запишу. Вот распустила. Занимаюсь такой вот работой какой-нибудь, что-то ищу для себя, потому что, чтобы отвлечься, потому что все сильно болит. Хотела к врачу пойти сегодня, но не пойду. Сначала думала, что, ну, тут дойти недалеко. Там нужно по поводу этой вот реабилитационной клиники, что мне врачу по болям надо будет ехать, но я боюсь то, что я что-нибудь напутаю, что не смогу нормально просто связано объяснить. То есть я знаю, что надо, но я боюсь то, что не справлюсь. Как это так? Получила долгожданную посылочку. Вот распаковка. Это фотография. Здесь их 400 штук где-то должно быть. Вот они распределены вот так вот по пакетам. Вот их тут как много. Вот. И вот они в таких пакетах отдельно. Я не знаю, посчитаю потом, по сколько штук. Вот. И вот. Вот фотография.
Ой, как я рада. Я тут решила вот фотографиями заняться. Вот, они тут лежат. Подпишу их. Я на обратной стороне всегда подписываю дату. И сейчас вот я смотрю на компьютере, какого числа эта была фотография сделана. Подписываю и потом буду раскладывать, сортировать уже по альбомам. Но сортировать, наверное, буду уже, наверное, завтра когда-нибудь. Сейчас буду раскладывать только по годам. И плюс вот эти даты напишу и все. Так что такое себе занятие нашла. Насколько мне хватит, сколько я смогу тут еще посидеть. Ну, состояние вообще не состояние. Не знаю, что происходит. Не могу ни с чем это связать. Вообще случайно все это как-то вот произошло. И я говорю, я же ездила в магазин, закупалась там, и другие какие-то дела делала также. Но что-то это... Не знаю, что-то меня прям убило наповал. Плохо что-то. В общем, пока больше рассказать такого особо интересного нечего. Я добавлю вот это вот видео с пятницы еще в конце про кладбище. Если вам интересно, можете посмотреть. Если нет, то, конечно же, не смотрите. Не всем нравятся такие места, но мне кажется, было бы интересно посмотреть, как это вот выглядит. В общем, всего вам самого доброго. Не унывайте, главное, не унывайте. Держитесь, настраивайтесь на позитив, все будет хорошо. Я очень в это верю, что завтра я найду себе силы и пойду к врачу. И все будет хорошо. Обязательно. Я вам всем этого желаю. Я сейчас на кладбище на немецком. Вот такое вот место. Может быть, не очень как бы радостное такое или еще что-то, но здесь, мне кажется, очень тихо и спокойно. И мне что нравится вот немецкие кладбища, как здесь все организовано и устроено, и здесь нет такого страха, какого-то жуткого такого ощущения от кладбища. Здесь как-то просто вот тихо и спокойно. Вот новые могилы тут, к сожалению, новые появляются. Здесь вот очень красиво, хотела вам показать. Конечно же, может быть, это неинтересно, но мне кажется, стоит тоже посмотреть, как бывает. И это не могилы очень богатых людей каких-то. Это вот обычно, это стандартно все. Ну, конечно же, кто-то подороже, может быть, кто-то не так, но все равно все оформлено очень красиво. Здесь вот уже, видимо, к весне убрали. А вот здесь вот еще осталось. Вот эти вот рождественские такие вот на Рождество на кладбищах ставят вот такие вот веночки с елочками. Вот здесь вот тоже вот это прям специальные такие продаются именно для кладбища. Такие венки оформленные. Тишина и птички поют. Здесь вот есть такие специальные мусорные тонны. Там написано, что куда класть. Вот такая вот, ну, колонка или как это назвать поближе. Вот тут кому нужно, можно взять лейку. Это стоит специально для птичек. Везде стоят поилки. Ну и вот здесь вот вода можно набирать. Вот здесь вот я хотела показать захоронение русских солдат еще Первой мировой войны. Но на кладбищах есть очень много разных и Второй мировой войны. Вот хочу вам показать, вот здесь вот написано, что здесь покоятся вот русские, погибшие с 1914 по 1918 год. Просто я хочу сказать, что люди с уважением относятся ко всему, к истории в том числе, какая бы она ни была. И вот еще, что тоже немаловажно. Есть туалеты бесплатные, спокойно можете зайти, там туалетная бумага, все там есть, я уж не пойду показывать. А вот здесь вот проходят церемонии прощания перед погребением. Ну, сейчас, конечно же, все закрыто. Здесь мы хоронили бабушку моего мужа. Мы здесь вот как раз все проходило
Там вот парковка. Там вот здесь вот лавочки для ожидания, а там вот стоят тележки. Если что-то там цветы нужно привезти, землю, чтобы все там оформить. Ну, вот такая вот небольшая экскурсия.